Приветствую вас на канале Asmodee Play. Играем мы Человек-паук. Итак, побочные миссии, все эти снимки я сделал, чтобы вас не утруждать фотографированием города. Ну и идем по сюжетной линии. Посмотрим, что нам преподнесет сюжет на этот раз. Ну, давай, прогружайся. Что там Фиск прячет на своей верфи? Так. Для начала зайдем, вот это тоже, задание, и тоже очень, ну и вот здесь как раз вот будем делать, они тоже к нам, к миссии относятся. Вперед, паучок! Не забывайте давать пятюню, кстати, когда просят. Давай, давай, давай. Вот, уже почти прибыл. Внимание! Вооруженное ограбление в коммерческом... Вы когда-нибудь ехали на работу или в церковь, думая о своих делах, и вдруг... Бах! Колесо попало в яму, машина сломалась... Так, и кто ты у нас? Что-то случилось? Нет, нет. Я просто хочу поблагодарить тебя. Ты спас мою дочь от грабителей. А, прекрасно. Это когда было? Только что. Ты, наверное, там уже и не запоминаешь. У театра на углу 126-й и Пауэлл, она только что звонила. Ну да, простите. Всегда пожалуйста, я рад, что смог ей помочь. Так, меня там и близко не было. Надо посмотреть, что там творится. Ну-ка, давайте посмотрим. Что-то... Дочка батю обманывал, по ходу дела. А так нельзя, родителей нельзя обманывать. Он же беспокоится, в конце-то концов. Вот театр. И место преступления. Надо выяснить, что тут было. Прости, я все пропустил. Спасибо, что присмотрел за ней, паучок. Они живы. Значит, этот кто-то не переступает черту. Уже хорошо. Ты уже вернулся? Я думала, ты помчался на пожар. Ну да, как раз направляюсь. А где он был, напомни? Ты поскакал в ту сторону, на юг. Спасибо, не сориентировался. Кто-то выдает себя за меня. Опять что ли хамелеон? Мне нужно его догнать. Ой-ой-ой-ой. Опять хамелеон, что опять? Я и первого-то не знаю. Не то, что опять. И правда, вроде бы оттуда тянет горелым. Тут явно был пожар, но его быстро потушили. Он шел по пожарной лестнице, значит, паутину пускать не умеет. Так. Ловко придумал с огнетушителем паучок. Огнетушитель? А где он его оставил? Вот он, вот он, вот он. Мой двойник применил огнетушитель. Может, он еще здесь? Давай-ка, анализ. Он использовал огнетушитель. Какое вещество используется в нем? Так, надо... Какое пойдет? А такое? Такое пошло. И здесь два надо. Раз. Да, такого нету. Тогда раз. Не получится. Надо здесь, чтобы была одна. Раз. Два. Сошлось. Все сошлось у нас. АДФ. Обычное вещество. Легко отследить. Значит, отслеживаем. Пламя-гасящее вещество. Подстрою линзы, и его химическая сигнатура выведет меня прямиком на Человека-паука 2.0. Он идет пешком. Ни паутины, ни суперсил. Ему жить, что ли, надоело? Ну, вроде... Чё ты кругами-то ходишь?
Судя по всему, его кто-то побил. Может быть, он что-то знает. Не, хватит, все. Я же сказал тебе, сделка пройдет на крыше. Ага, и веди себя прилично. Понятно, ни хрена не понял. Я не опоздал. Давай, давай, давай. Мой двойник способный малый. И наркотики не взял. Полиция тут разберется. Поддельный паучок, видно, спустился по другой лестнице. Вот он. Ну что, молодец? То есть меня. То есть. Вот же бред. Не за что, граждане. Извините, кому-то нужна помощь. Я так не говорю! Да никто так не говорит! Отпусти его! А, сейчас! За твою башку, мистер Фиск, нам еще больше бабла отвалит. Эй, ребят, слушайте! Я не настоящий паук! Да, теперь уж точно. Немного уравняем шансы. Ой-ой-ой-ой-ой. Я всегда знал, что их несколько. Убейте обоих! Я разберусь, уходи! Это же шанс помочь настоящему человеку-пауку! Нет! Ну давай! А я как вижу, ты фанат! Ты хорошо дерешься? У меня черный пояс. Преподаю в ДОЦе Чикаго. Я просто хотел помогать людям, как ты. Вместе с костюмом ты наследуешь и моих врагов. А их у меня много. На. Берегись, он еще. Мои те, что с пушками, остальные твои. Блин. Вот так сойдет. Где второй? Слушай, если хочешь помогать людям, тут рядом есть приют Пир. И наверняка люди не откажутся от уроков самообороны. Хорошая мысль. Честно говоря, у костюма и правда есть свои минусы. Да. Так. Да. Так. Вроде неплохо справляюсь. Блин. Это что? Гранатометы? Прячься! Я их добью! Да, да, хорошо. Да. Кто-то еще остался? Не вижу. Вау. Да. Так, я застрял. Да. Полная концентрация. Вот это заваруха! Как ты это делаешь? Сквозь боли, синяки? Слушай, ты парень хороший, но продолжишь в том же духе, тебя убьют. Да, я теперь понял. Не волнуйся, я его больше не надену. Я с этим завязал. Правильно. И потом, молодец. Чтобы творить добро, костюм не нужен. О, а здорово звучит. Я запомню. Давай. Так, это пройдено. И как раз мы оказались на стройке. У нас здесь тоже миссия. Ну, я так понимаю, их здесь пока не будет, да? Пока я здесь. Ну да. Давайте отойдем отсюда.
сделаем небольшой круг и вернемся на стройку. Вроде. Ну давайте, появляйтесь. Народ, вы или это не так работает? Не поклонник теории заговора. Кроме тех, что достойны обсуждения. Вроде этой. Так, понятно. Ладно, давайте вот на эту стройку сходим. Мне сообщают, потому что у нас все равно по миссиям они должны пройти. С радиовышками. Сначала я думал, что он их сломает. Но потом я задумался о других зловещих вариантах. Возможно, извращенно понимая суть защиты города, он решил читать наши сообщения. Деловые переговоры, отчеты по платежам. Те особые разговоры с женой, как... Юрий, тут полно парней Фиска со стволами в руках. Ну, оружием. Я про оружие говорю. Про что еще? Не только бандиты берут стволы в руки. У меня предчувствие, что тут начнутся общественные беспорядки. Нас все недооценивают. Копы, Человек-паук, Маджия. И теперь они заплатят. Когда полностью спектурянин попросит... Давай, вали его. Он изучал сумо в Японии. Все дело в управлении телом. Вряд ли сумоисты делают что-то такое, что умеет босс. Давай. Он изучал не только сумо. Но что-то ты много вопросов задаешь. Жить не устал, а? На. Давай. Ему повезло. Еще немножко. Остановитесь в очередь. Обещаю, я всех арестую. Давай. Не дайте ему победить. Вырубим его. Ну какие вы все-таки идиоты. Только попробуй швырнуть. Да. Что когда ко мне бежит толпа, я сразу думаю, что меня хотят убить. Но я всегда прав. Давай, еще немножко. Человек-паук, каждый работник на этой стройке недавно выиграл крупную сумму в казино. Легкий способ отмывать деньги. Вот, наверное, да. Теперь храник. Если прикроем ее, прижмем его к стенке. Я получаю ордер. Давай.
А я осмотрюсь. Подкрепление! И хорошо! А то те ребята мне уже надоели! Блин! Давай! Немножко еще потерпите. Давай. Да ну. Так вот. О, не-не-не! Сейчас будет бой. Полите его, пока он нас всех не перебил. Подожди, подожди, не спеши. Еще отряд. Постарайтесь найти того, кто будет любить вас так, как ребята Вильни любят получать по роже. Что ты не дохнешь? От тебя уже тошнит! Меня тоже! Трусливый сопляк, а ну вернись! Да блин! Я научу тебя уважать в подарочек! Только попробуй! Да! Почему он побеждает? А, кстати, да! Так. Сам попросил. Пошла граната! Блин. Хорош, пускай ты не рись. Долго не продержишь. На. Подожди. Сейчас замолчишь. Все? 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 Ха-ха. Ну вот еще одна стройка пройдена. Твои люди не столкнутся тут с проблемами. А у Уилсона Фиска проблем все больше. Прекрасно. Так, ладно. Возвращаемся на эту стройку. Я думаю, там уже появились... Эти чуваки. Хоп. Юрий, я смотрю на стройку Фиска. Тут много рабочих, но работа не движется. Ты просто ее не видишь. Свою работу они скрывают. Поищу под корягами. Давай, давай, потихонечку, тихо, тихо. Давай. Их уволят. Ага. Что после такого увольнения не приходится искать новую работу. Ну-ка, давай-ка. Замотай-ка его. И этого тоже. Чем больше замотаем, тем меньше нам драться. Смотри, как прикольно. Хоп. Кажется, я старею. На. Давай, кто пойдет? Понял, уже иду. Давай. Черт! Человек-паук, покажем ему
Ну кто же гранату в толпу кидает своих же? Вообще-то я никого не убил. Он никого не убивает, Человек-паук. Ой, это кто там такой мощный? Давай. Явились. Придется сделать вам всем выговор за опоздание. Не. Давай. Банк. На. Подожди, все. Все кайту. Я проломлю тебе череп. Он убил Дэйви. Тихо. Босса, от тебя уже тошнит. И меня тоже. Прикрепите его наконец. Подмога. Ну не спеши ты, не спеши. Это моя подмога. А, ну да, меня ж никто не любит. Сделана эта дрянь! На! Человек-паук, мои источники сообщают, что в том районе ходит много необычного оружия. Взрывчатка. Подожди. Фиск умеет доставать то, что обычно бывает только у военных. Надо держать это подальше от улиц. Любой ценой. На! Можно просто говорить молодцы. На. Ложись. На. Я научу тебя уважению. Блин. Как он это делает? Нормально, я тебя прокатил так. Трогательно, рветесь в тюрьму поближе к боссу. Мне это нравится. Он убил Дэйви. Сейчас замолчи. Не. Вернись. Ты дома остался. Подожди. Где ты? Сходите паутину! Получается! Продолжаем! На! Как он это сделал? Всех! Всех завалил! Я упаковал парней Большого Уилли с оружием, как рождественские подарки. Ну, ты же носишь красный костюм. Другого Санта-Клауса мне не надо. Спасибо. Да пожалуйста, всегда пожалуйста. Так. Давайте смотрим, куда мне. Вот это. Тоже надо сделать. Хоть она и побочная миссия вроде как, но... Я думаю, она все равно главным относится к каким-то бокам. Это мое мнение. Давай, 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 давай. Эй, Человек-паук, я кое-что заметила. И что же ты заметила? Наблюдаете за ночными птицами? Я наблюдала за ночными хищными птицами в парке, когда заметила группу вооруженных людей в замке Бельведер.
Спасибо за информацию, мисс... Стефани, если что, обращайся. Я буду следить за происходящим. Да, конечно. Спасибо за помощь, Стефани. Что делают вооруженные люди у замка Бельведер? Сдается мне, это не туристы. Давай. И еще разок. Чуть-чуть. Люди Фиска. Это плохо. Вижу его. Я знаю, что такое частная собственность. Вижу его. Так. Меня тоже. На. Подожди. Я тебе дам сейчас как мужчина. На. Так сойдет тебе, мужчина. Конечно. Это был последний. Посмотрим, что они затевали. Так. Даже не знаю, что они тут делали. Ну, ноут-то подключен к чему-то. Может, найду что-нибудь на этой флешке. С ума сойти. Стефани, птица стащила флешку с доказательствами. Кажется, голубь. Они так делают? Сейчас период гнездования, так что ничего удивительного. Думаю, у них гнездо в деревьях к юго-востоку от замка. Спасибо, посмотрю. У него тут дружки. Черт. Верните мне флешку, летающие паршивцы! Попробуй задобрить их. Голуби невероятно умные. Невероятно умные, значит? Эй, голуби! Простите за летающих паршивцев. Может, договоримся? Не знаю, сколько корма дает вам Фиск. С меня вдвое больше. Так, где-то в парке должно все это дело быть. Задание провалено. Ладно, повтор. Стефани, птица стащила флешку с доказательствами. Кажется, голубь. Они так делают? Сейчас период гнездования, так что ничего удивительного. Думаю, у них гнездо в деревьях к юго-востоку от замка. Спасибо, посмотрю. У него тут дружки. Черт. Верните мне флешку, летающие паршивцы! Попробуй задобрить их. Голуби невероятно умные. Да, конечно. Невероятно умные, значит. Эй, голуби, простите за летающих паршивцев. Может, договоримся? Не знаю, сколько корма дает вам Писк. С меня вдвое больше. Еще немножко. Блин. И что вы хотите, чтобы я голубя в парке догнал? Один есть. Но у него нет флешки. Пустышка. Давай еще. Еще немножко. Есть! Флешка у меня! Теперь попался. Узнать, что затевали люди Фиска. Давай. Ну, в принципе, так-то не очень сложно, если знать, что делать. Так, люди уже смотались. Кажется, они загружали Трояна в Wi-Fi сеть Центрального парка. А зачем? Этот Троян мог открыть им доступ к куче личных данных. Кстати, я ведь тоже пользуюсь этой сетью. Стоп. Удаленная загрузка еще идет. Видимо, у них несколько точек доступа. Стефани, ты мои глаза в небе. Видишь что-нибудь странное в парке? Вижу пару сычей и каких-то людей у электрощитка. Спасибо. Продолжай вести наблюдение. Нужно добраться до щитка до завершения загрузки. Не будет доступа к ноуту, не загрузят Троян. Ради этого я учтижу. Так. Ну подожди ты. Прочесать район. Ну подожди.
Подожди, вот. Это почти так же волнительно, как в тот раз, когда я заметила трех золотистых славок. Эй, я только что заметила людей у двух других щитков. Высылаю координаты. Давай. Спасибо за сообщение. Лучше поспешить. Еще два? Не думал, что скажу это, но зачем центральному парку столь мощное Wi-Fi покрытие? Я думал, сюда ходят отвлечься. Ну давай быстрее. Вот они. Надо отогнать их от щитка. На. Ну подожди ты, отрыватель. Давай. Думаю, успею. Еще немножечко. Давай, 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 давай. Подожди. Да ну, так не честно. Да еще как честно. Готово. Жители Манхэттена могут спать спокойно. Нормально. И видео с котиками в безопасности. Видео с котиками. Кажется, меня заметили. О нет. Ты уверена? Да, да. Вооруженные люди уже здесь. Запрись на крышу и держись. Я иду. Так, куда? Нужно добраться до Стефани раньше людей Фиска. Она оказалась в опасности из-за меня. Да быть не может. Они выламывают дверь. Мы знаем, что ты работаешь пауком. Открывай! Как? Я почти добрался. Прячься! Как вы узнали? Разделимся! Ищите девчонку с биноклем! Все чисто, паук! Разберитесь с ним, а потом сбросьте девчонку вниз! Берегись! Он в воздухе! Сегодня явно не твой день! Так, подожди. За ним! Давай-ка, вот так вот. Узнаю, как там Стефани. Ну, вроде неплохо с ними разобрался. Понравилось очень, да. Спасибо, Человек-паук. Да, пожалуйста. Интереснее моего обычного ночного наблюдения. Тебе спасибо. Благодаря тебе мы не дали преступникам похитить личные данные половины жителей города. Неплохо, да? Вдобавок, я заметила гнездо красногрудого поползня, когда ты бил ногой по лицу того типа. Поползни, прелесть. Хочешь взглянуть? А, нет. Я лучше займусь теми птичками, которым место за решеткой. Итак, давайте посмотрим, что там. Навыки. Ну, один навык есть, да, какой-то. Но он пока не нужен. Слабых врагов подряд добивать. Ну, ладно. Так, мне нужно... Куда? Давайте посмотрим. Вот на этой стройке мы не были. А нам на нее ой как надо. Потому что миссии надо эти выполнить. Это же самые первые миссии, которые нам поручили. И мы не можем подвести нашего детектива. Тем более... Дело-то вроде как пустяковое, уже привычное для нас. Да, паучок? Ты без них уже не можешь. Кстати, вот башня. Здоровая. Старка. Кто они там, эти мстители? И вот так вот.
Юрий, я нашел стройку Фиска. Тут целый улей вредоносных пчелок. Попробуй пошуметь. Если кто-то сообщит о вторжении, я пришлю машины. Пошуметь? Это я могу. Давай. Давай. Я его не достану, пока он в воздухе. Ничего страшного, сейчас я спущусь. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то палка с шокером-то тебе не очень помогает. Блин. Давай. Подожди. Вот так вот сойдет. На. Подмога! Даже то, что Фиц чернеет, не смущает. На. Вот так. Еще немножко. Так, подождите. А вас предупредили, что это благотворительная вечеринка? Вот так вот. Скидывайтесь. Нет, серьезно, мне за квартиру платить. Боссу нужна твоя... Я в полусмене. Человек, я проверила. В этом районе появилось много фальшивых купюр. Фальшивомонетчики? Умирающее искусство. Облегчу страдания умирающего. Ой. Ох. Да тихо ты. На. Фишки, море одеколона, точняк, ребята, Фиска. На, на. Пошла граната. Я ранил его. На. Давай. Подкрепление? Ребят, Вилли сказал, можете взять отгон. Давай. Нет, правда. Долбанный акробат, спускайся вниз. Да подождите. Я ранил его. Блять его. Хренушки вам. Никто вас теперь не спасет. Ничего вам не поможет. И вот так вот. Че? Не помогает щит? Ой. Ой, 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 ой. Подожди. На. Подождите, подождите. На. Вот так. Ну здорово, здорово. Теперь тут все тихо, Юри. Отлично. Теперь одним источником зарплаты адвокатов Уилсона Фиска меньше. Прекрасно.
сколько строек Фиска еще осталось? Так, ну-ка подождите-ка, навыки. У меня где-то... Находясь в воздухе или отскочив от врага, нажмите и пробел. Все понятно. Ни одной. Ему пришлось срочно завершить все, чтобы получить деньги. Что ж, теперь ему нелегко будет проворачивать свои делишки. Что плохо для Фиска и хорошо для Нью-Йорка. Полагаю, ты доволен собой. Очень. Виль! Так, а куда мы пойдем-то? Ну, давайте пока прямо. Слушай, я как раз... Толка! Короче, твоя стройка закрыта. У меня есть другие источники дохода, но ты доставил неудобства и заслуживаешь наказания. У меня длинная память, а руки еще длиннее. Надо заставить всех, кто поклялся меня убить, провести между собой турнир. Итак, давайте посмотрим. Отдышимся сейчас и посмотрим, что у меня там есть. Стройки я все прошел, синие эти дополнительные задания все прошел, и у меня остается только одна, вот тут электрическая паутина нужна. Ну что ж, на этом все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, увидимся в следующем видео, пока!